каждый человек приходит, а ты стоишь возле этой бочки. Когда тебе говорят в день 1 000 000 раз спасибо за то, что ты им воду привез, это никаких денег не стоит. Сегодня сделал эту штуку, кто видел, кому скину. Вот эту штуку, короче, очереди нет вообще. За водою, ну, успевай только подставлять. То есть люди приходят, кто-то путает свои баклажки, потом, ну, в общем, смотрят где чьи. Сделал эту конструкцию без всяких краников, шпаников, всякой ерунды. В общем, открыл, и людей очень много было. Пришли, набрали, ушли, пришли, набрали, ушли. Никто друг другу в затылок не дышит. У меня появилось 12 точек, то есть 12 человек может брать одновременно. То есть внимание толпы, никто не ругается, всем довольны, всем нравится. Люди сегодня приходили, не думали, что вода закончилась. Давай набирай, потому что ты же не видишь, какая я тут пристроил, короче, штуку. Вот. Я благодарю за большую помощь в поставке воды для жителей этого района. И водителю. Его я прошу примерить и пошить. Он сделал большое добро для людей этого района. Хлопцы, слава Украине! Героям слава! Я уже 4-я ротация сегодня произошла. Я остался еще на 4-ю. Кто остался на 2 ротации? В общем, люди живут, все нормально. Мы возим воду, помогаем. Приехали наши парни, наши хлопцы. То есть все позитивные, никаких проблем, никто не боится. Делаем свою работу. Дякую вам ночи, все будет Украина.